Изменение пенсионного возраста – самая обсуждаемая нынче тема. Возникает огромное количество вопросов, и один из главных связан с трудоустройством. Вице-президент общественной организации «Опора России», предприниматель со стажем Марина Блудян утверждает, сегодня работодатели нуждаются именно во взрослых сотрудниках с опытом работы и высокими компетенциями. Есть и другие варианты трудоустройства. Если произошел крутой поворот, компания разорилась, компания ликвидировалась, слилась, пришло, всякие бывают, политика изменилась, компания, все в жизни бывает. И наступил крутой поворот. Он может случиться с людьми всякого возраста. Но если молодой человек, он свою стратегию узнает, то вопрос, что делать человеку взрослому, тем более, что этот взрослый человек, например, не ищет работу вахтера или поломатчика, или там еще каких-то вот это самое. Он себе знает цену. И эту цену он не всегда может найти на рынке труда. Что ему делать? Я глубоко уверена, и на практике это знаю, что этих людей берет в себя бизнес. Эти люди могут открыть собственные предприятия. И для этого сегодня есть все возможности и основания.